Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня мы тестируем новинки Faberlic. Новинки какого уже? 16-17 каталога, я запуталась. В общем, поехали. Тушь. Если честно, я уже измучилась, мне не нравится. Но она неплохая, артикул 56783. Фишка ее главная в чем? То, что она с силиконовой кисточкой и две стороны разные. И она немножко даже вот изогнутая. То есть здесь очень короткие силиконовые щетинки, здесь очень длинные, и они немножко, видите, не все ровненькие, а такие вот горочкой, чтобы изгиб был. Но мне вот как раз-таки и изгиба, и длины, и объема не хватает. Она заявлена как объемная, удлиняющая и так далее. Мне не хватает. Она вот для более естественных ресниц. Я пробовала ее и наслаивать, и так, и сяк, и через косяк. Мне мало. Для тех, кто любит мало, тому понравится. Сначала мы вот этой стороной, которая практически гладкая, прокрашиваем реснички. Она изначально их неплохо ставит. Неплохо их ставит, приподнимает, открывает глазик вроде как. Они фиксируются, но они потом упадают практически сразу. Вот это мне не понравилось. И вроде и удлинение есть. Я думала, может, она сейчас раскрасится. Но я вот уже неделю пользуюсь, она пока не раскрашивается. Вроде неплохо, да, с первого слоя. Вот неплохо, неплохо. Начинаем прорабатывать другой стороной, где длинные ворсинки. Удлинять и создавать объем. И вот тут вот как бы все остается на том же уровне, что и было после первого слоя с короткой щетинкой. Очень хорошо прочесывает. То есть они вот, чтобы слиплись, это надо сильно постараться. Они не слипаются совершенно. Они естественные, пушистые. Но вот тут вот та фиксация, которая была, они начинают опадать. Хотя вот для сравнения с другим глазом кажется, что вау-эффект. Очень круто, да? Но мне маловато. Сейчас покажу, как она наслаивается. Нижние реснички все то же самое делаю. Сначала стороной гладкой практически, с короткой щетинкой. Потом вторая. С длинной. Длинная вот очень хорошо прочесывает сторона. Очень хорошо прочесывает. Еще мне показалось, что тушь густовата. Она вот густая, ее достается из-за этого. Хотя нет, ее прилично, в принципе, достается. Но она вот какая-то густовата вот по сравнению с другими. Если бы она была вот чуть-чуть пожиже, вот сейчас я попробую вам показать. Вот видите, на кончике она налипла. Она совсем густая. Вот она густая-густая. Если бы она была чуть-чуть пожиже, возможно, эффект вал получилось бы создать. Еще она у меня, наверное, в первые 2 часа после нанесения слегка отпечатывалась. Прям вот слегка, где-то вот там в паре мест. Потом, в принципе, ходила весь день и ничего. В общем, иногда отпечатывается, но в дождь и в снег я с ней не попадала. Опять вот гладкой стороной ставлю реснички. Промазываю, наверное, их лучше так сказать. Вот вроде и ничего, но как-то вот потом, через полчасика, через час, они все опадают и смотрятся, как будто вот они не накрашенные. Ну, у меня так, по крайней мере. Теперь длинной стороной прочесываем. Когда мы прочесываем длинной стороной, я так вот понимаю по своим ощущениям, по ресницам, что мы большую часть туши снимаем. И тот эффект, которого бы хотелось, его нет. У меня аж глаз дергаться начал. Сколько я с этой тушью пробую. Правда, в второй день периодически дергается глаз. Это уже нервный тик. Вот вроде и неплохо. Вот кому такого эффекта достаточно, тот эту тушь вполне себе заценит. Но она однозначно, девчонки, вот стоит внимания. Она стоит внимания, но я не знаю, если она такая густая. Вот видите, вот этот глаз вот практически сразу опустился. Вот я его поставила, а он не стоит. Он опускается. Реснички. Вот, первый слой. Застывает она достаточно быстро. Уже не отпечатывается. Можно пробовать наслаивать. То ли здесь, где длинные ворсинки силиконовые, они расположены очень близко, очень часто. Это хорошо. Видите, какая густая, вот куском прям выходит. То ли они слишком близко расположены, что они стягивают тушь. Реснички получаются естественные. Кто любит вот такой эффект, и кому такого достаточно, пожалуйста, берите, ради бога. Мне как-то вот хотелось побольше. Все, они застыли. Они полностью застыли. Я это чувствую кисточкой от туши. И, по идее, должна она теперь хорошо наслаиваться. Вот опять вот этой гладкой стороной, смотрите, как здорово подкручивает и ставит, что даже века извозюкало.
Вот хорошо ставит, смотрите, как ровненько. Но они, блин, нападают потом. Не знаю, вот так подержать. Теперь опять вот беру сторону другую. Расчесываются и стягивает за собой тушь. Не совсем стягивает, но вот прям стягивает большую ее часть, что не позволяет создать не объема толком. Они, в принципе, пушистые получаются, но мне маловато, да? Хотя вот этот глаз прям сейчас классно получился. Но вот сейчас опустится. Опустится. Вот так при открытом глазе они у меня даже до века ресницы достают. Хорошо поставлю, но опускаются. Не знаю, может, еще вот сейчас она еще раскрасится. Неделю уже практически я ей пользуюсь и никак. Может, еще раскрасится. Я боюсь, что при такой густоте она быстро засохнет. Вроде вот и неплохо. Вроде и неплохо. Может, ее чуточки подразбавить. Вот этот глазик прям сегодня неплохо получился. Если бы они вот так вот весь день еще стояли, было бы изумительно. Именно гладкая сторона их хорошо ставит, а другая хорошо прочесывает. И фиксируется, и застывает она как бы в корку, что, по идее, создает эффект нарощенных ресничек. И, слушай, сегодня у меня прям самый хороший результат. Вот после того, что вы видите, вы просто обязаны ее купить. Нет, она достойная за свои деньги. Она очень-очень неплохая. Очень. Очень неплохая. С учетом того, что смотрите, как она их прочесывает. То есть, если у вас ресницы растут кто в лес, кто по дрова, мои особенно на этом глазу, вот видно, они так любят, то здесь их можно уговорить быть прямыми. Вот чем больше я расчесываю той стороной, тем более они жиденькими становятся. Но пушистые, тем не менее. Первые два раза красила, мне вообще не понравилось. Я думаю, ну что ж такое? И отпечаталась, и объема не это удлинение. Сейчас, видимо, все-таки раскрасилась, девчонки. Надо ей раскраситься. Надо ей раскраситься. И вот уже вроде как и объем сегодня есть. Хочется еще добавить. Я пробовала и в три слоя. Вот с трех слоев, в принципе, я получаю то, что я люблю. С трех слоев. Но это как бы и я люблю. Если вам, вы видели, первый слой достаточно, то вообще не вопрос. Это будет вашей любимой тушью. Сейчас третьего слоя, видите, они у меня начали слипаться. Мы берем длинную сторону, прочесываем. И получаем, в принципе, более-менее объемненький вариант. Даже вот одна лапка паучка у меня здесь третьего слоя образовалась. Надо ее отправить. Вот сегодня мне нравится. Надо еще на первый глазик добавить. Сегодня мне нравится. Неплохо. Вот прям неплохо, неплохо. Если они не опустятся, будет вообще хорошо. Потому что вот я вижу, первый глаз уже реснички начали опускаться вниз. И мне не нравится, как это выглядит, как это смотрится. Как-то неопрятно, что ли. Так, вот третий слой на этот глазик. Уже на кончиках ресничек кое-где образовываются комочки с третьего слоя. Она уже, наверное, не может прочесать такое количество туши. Но вот вроде объемчик сегодня есть. Попробуйте, попробуйте. Она очень интересная. Вот смотрите, опять они потихонечку опускаются вниз. Вот тут еще стоят реснички, да? А тут опускаются вниз. Ну, я опять же говорю, за 200 рублей это обалденный эффект. Вот опять я их выравниваю. Подержу сейчас даже немножечко вот в таком положении. Может, застынут. Вот. В общем, с трех слоев вот такой вот очень неплохой эффект. Ну, в принципе, даже вау-эффект, как я люблю. Поэтому сегодня вот мне понравилось. Раскрасилась. Наконец-то раскрасилась. И реснички такие прям большие. Для любителей естественных ресниц один слой, шикарно прочесали все реснички, естественно, без комочков, без склеивания и так далее. Я вам все показала, рассказала, вы как бы думаете сами, решаете сами, но я советую ее попробовать, она вполне себе имеет место быть в косметичке. Ну и показываю, как выглядят ресницы вечером.
Во-первых, все сегодня у меня практически весь день отпечатывается. Я уже несколько раз подстирала, и синячище под глазами, видите, видно, что все отпечаталось. Это во-первых. И они опустились немножко, как я вам говорила, да? Опустились немножко вниз и очень сильно отпечатывается. Поэтому, вот, в принципе, я эту тушь повторять точно не буду. Я ее, может, как-нибудь докрашу, но повторять не буду. Вот все отпечаталось, все. С учетом того, что здесь и кушон есть, и немножко припудривала даже в течение дня, потому что, ну, сильно отпечатывается. Так что вот так. А так, в принципе, неплохо вот выглядят ресницы, да? Но косяки есть все равно. Но за такие деньги нормально. По поводу Саши. Много девочек уже спрашивали, рассказываю. Висит почти 2 недели. Одна у меня вот так на кухне висит с кофе, потому что, ну, для комнаты кофе как-то не очень. Лично мне. А так, кто любит, можно хоть обвешаться везде. Одна в детской и одна в спальне. И что хочу сказать. Когда заходишь на кухню, особенно если закрыть дверь и закрыто окно, то этот аромат на всю кухню. Он ощущается очень явно. Когда я подхожу сюда мыть посуду, он вообще очень яркий. Девочки спрашивали, пропитан ли воск, это воск, да, либо только вот эта посыпка пахнет. Я считаю, что пропитан воск, потому что воск пахнет очень сильно. Пропитка тоже несет ароматическую функцию, но мне кажется, больше декоративный аромат идет от воска. Аромат долгоиграющий, ничего общего не имеющий с прошлыми саше, которые надо было вешать в шкафчик. Поэтому я очень смело могу рекомендовать. Единственное, что перед тем, как будете класть в шкаф, вешать в шкаф или туда, где лежит одежда, стряхнуть немножечко надо. Или просто вешать аккуратненько, потому что абсолютно на всех саше восковых, да, восковых, все это дело осыпается. Вот, здесь висит уже, как бы, ну, первый раз, когда мы с вами в обзоре заказа обозревали, обсыпалось, а дальше нет. Что это за цветы, я не знаю. Но аромат кофе истинный, слегка подслащенный, вот прям совсем чуточку подслащенный, а так прям свежемолотый кофе, классненький, вкусный, мне очень нравится. Больше всего мне понравилась голубая с васильком, потому что я чувствую там реально аромат василька. Я вам уже говорила, последний раз я вдыхала его только в детстве, и для меня это прям какое-то воспоминание. Заходишь, когда в спальню, это аромат тоже ощущается очень-очень деликатно. Ну, когда подходишь, соответственно, близко к саше, аромат ярко выражен. Поэтому обязательно рекомендую к покупке. Попробуйте, какой аромат вам ближе. У Ксюшки в детской роза. То же самое, та же самая история. Какой аромат вам ближе, тот возьмите, потестируйте. Цена вопроса бюджетная вещь. На самом деле очень интересная и рабочая. По поводу новой линейки «Зима» я вам рассказывать не буду, потому что там абсолютно все то же самое, что в прошлом году. Баночки круглые «Зима» вообще, мне кажется, каждый должен иметь в доме, потому что они великолепные. Кстати, я вам не сказала артикулы Саше, так кому... Это важно, я специально оставила, не выкинула коробочки. Так, кофе 302,84. Сейчас выкину как раз. 302,86 цветочки. Это который розовый, наверное. Нет, это который мне больше всех понравился. 302,82 роза. На подарок, на Новый год, девочки, к основному подарку. Или просто идете в гости, взяли вот такую коробку, безумно презентабельную. И просто вот вручили. Ну, прелесть. Просто прелесть. Молодцы, Фаберлик, вообще. Так, по поводу зимы сказала. Там все с маслом ши. Прекрасная линейка. Не испортилась. Все питает. Все замечательно. Прямо у кого лицо сильно сохнет на морозе, обязательно берите для лица. Баночку вот эту круглую для тела измазаться вообще на ура. Но без этого никуда сейчас. И кожа тела, и кожа лица сохнет. Это гель для душа, который очень понравился. 29,66 артикул. Это у нас с вами морозные ягоды. Смотрите, сколько у меня его осталось, да? Я им активно пользуюсь. Очень понравился. Вот ягодки с кислинкой действительно морозные. Клёква, брусничка такие тут вкусненькие. И есть кислинка такая освежающая. Кожу не сушит. Понравился. Вообще супер. Густой. Классный, тоже себе любимым и на подарочки. Вообще шикарно рекомендую. Ну и на этом все, мои хорошие. Пока все новинки мы с вами разобрали. Еще будет очень-очень много и новинки следующего каталога, потому что, к сожалению, не все были доступны к VIP-заказу. Появились они немножко попозже. Буду брать и детскую серию, буду брать и новую палетку. Все с вами будем обозревать, все расскажу. А ссылка на регистрацию всегда под роликом. Всех люблю, целую, всем пока-пока.